Всем привет! Если вам нравится турецкий сериал «Дикий», ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. А перед началом анонса благодарю всех подписчиков и зрителей за просмотры, лайки и комментарии. 25-я серия показывает, как Яман едет на машине ночью и вспоминает последнюю встречу с Руей. От злости он давит педаль газа и мчится вперед. Руя попросила Ямана, глядя ей в глаза, сказать, что между ними все кончено. И он решил исполнить ее просьбу, после чего Яман просто ушел. Руя не верит тому, что происходит, и что Яман так просто ушел, оставив ее одну. Хотя она сама виновата в случившемся, ведь она первая прогнала Ямана. Яман пришел к отцу, и оба они выглядели очень подавленными и уставшими, потому что у каждого свои проблемы и трудности. Яман просит защиты у отца для матери Джесура и Аси. Гювен взволнован просьбой сына и спрашивает, а что будет делать он сам, если доверяет ему самых дорогих людей. Яман ответил, что его основной выход будет в конце вечера, и никто из присутствующих не забудет его. После этого Яман встретился с Зафером и сказал, что он заплатит за испорченное детство.